Покорительница Арктики и Гренландии, первая женщина, пролетевшая над Северным полюсом, Луиза Арнер Бойд в 1930-х годах открыла миру Полесье. Благодаря ей Новый Свет и Западная Европа увидели край необозримых болот и бесчисленных рек во всей своей многоликости, самобытности и неповторимости. Американская путешественница известна далеко за пределами Соединенных Штатов Америки. Входит в десятку выдающихся первопроходцев мира, но, к сожалению, мы мало знакомы с этой необыкновенной личностью. Осенью 1934 года экспедиция-исследовательницы достигла Пинского Полесья. В городе над Пиной она остановилась в гостинице «Английская», ставшей на время штабом экспедиции. Ее сопровождали польские географы Станислав Гожуховский и Ванда Ревенська. По суше экспедиция передвигалась на собственном автомобиле «Паккард» с личным водителем Перси Р. Кэмероном, а по воде – на катере Пинской военной речной флотилии. В ходе экспедиции на Полесье легендарная американка сделала свыше 700 уникальных снимков, которые впоследствии неоднократно экспонировались на выставках, публиковались в журналах, фотоальбомах и служили иллюстрациями к научным статьям. Однако начнем с самого начала. С удивительной страсти юной Луизы Бойд к открытиям, с ее призвания послужить своими знаниями и талантом всему прогрессивному человечеству. Родилась Луиза Арнер Бойд в 1887 году в семье миллионера. Девушка со странностями, богатая выскочка, транжира родительских миллионов. Так поначалу отзывались о Луизе Бойд ее знакомые, а вслед за ними – ученое сообщество. Особенно, когда она в 1918 году направилась в Европу и Африку для борьбы с эпидемией испанки. Ужасный вирус тогда отнял жизни более чем у 60 миллионов человек. Поэтому молодая Бойд устроилась простой медсестрой для оказания помощи пострадавшим от этой страшной эпидемии. Вдали от родины Луиза пробыла около года. В 1919 году смерть отца, владельца золотых рудников Калифорнии, и матери заставили ее вернуться на родину. Еще раньше из-за хронической болезни сердца ушли из жизни двое старших братьев. И все миллионное состояние досталось 32-летней Луизе. Свою самую первую экспедицию в Арктику отважная американка организовала в 1924 году после знакомства с полярными льдами на архипелаге Шпицберген в возрасте 37 лет. Через два года последовала вторая экспедиция, более успешная. Сделано более 700 снимков Арктики, отснят документальный фильм. В марте 1928 года всемирно известный итальянский дирижаблестроитель, исследователь Умберто Нобили на дирижабле «Италия» начал арктическую экспедицию. Вся экспедиция прошла успешно, но на завершающем этапе произошла трагедия. 25 мая дирижабль, где помимо Нобили было еще 18 человек, возвращаясь с Северного полюса Земли, потерпел крушение. На поиски коллег бросился норвежский полярный путешественник Рауль Амундсен, но, по злой иронии судьбы, сам потерпел крушение. Луиза Арнер Бойд не могла оставаться в стороне от этих драматических событий и на арендованном корабле «Хобби» направилась на поиски Амундсена. К сожалению, спасти жизнь полярника не удалось.
Правительство Норвегии высоко оценило поступок Бойд. Она стала третьей женщиной в мире, награжденной крестом Ордена Святого Олафа, который дается за выдающиеся заслуги перед Норвегией и человечеством. Но самое главное, близкие сподвижники, представители научного мира и широкой общественности, наконец осознали, что миллионы Луизы Бойд тратятся на науку и благие дела. В последующие годы Бойд активно изучала Гренландию и глубины океана вблизи северо-восточной оконечности Норвегии. Именно тогда, за любовь к полярным льдам, научное сообщество прозвало ее «Королева льда» и «Леди Арктики». В 1938 году руководство Соединенных Штатов Америки из-за опасения, что нацистская Германия может использовать полученные данные для создания своих военных баз, предложило путешественнице повременить соглашением результатов исследований Гренландии и Арктики. В разгар Второй мировой войны американка получила специальное задание от своего правительства. Ей предстояло детально изучить магнитное поле Северного полюса, поскольку через этот регион Земли проходили международные сеансы радиосвязи Европа-США. Бойд успешно справилась с заданием и подготовила отчет про возможность обустройства военного аэродрома на Баффиновой земле. После войны Луиза Арнер Бойд находилась на пике славы. Правительственные награды, публичные лекции, научные конференции. Но ее, как и прежде, влекла бескрайняя даль севера. И в 67 лет путешественница вновь отважилась на рискованный поступок. В 1955 году на самолете «Дуглас» DC-4 Бойд отправляется в полет над Северным полюсом и становится первой женщиной, побывавшей на краю Земли. Заслуги и достижения Луизы Бойд оказались столь весомыми и значимыми, что заставили нарушить традиции сугубо мужского американского географического общества. В 1960 году она стала первой женщиной в рядах данной организации за более чем столетнюю историю ее существования. В 1934 году Луиза Арнер Бойд прибыла в Варшаву для участия в Международном конгрессе географов. Но это лишь одна из причин посещения Польши. Главная цель – экспедиция по кресам, как тогда называли Западную Беларусь и Украину, которые с 1921 по 1939 год входили в состав довоенной Польши. Остается загадкой, откуда Луиза Бойд узнала о крае безбрежных болот, что раскинулся в долине Припяти и ее многочисленных притоков. Можно предположить, что фантастический образ болотной страны предстал перед нею из рассказов эмигрантов, покинувших Полесье в поисках лучшей доли. Но не исключено, что в ее руки попала какая-нибудь интригующая публикация, которая поманила путешественницу открыть для себя еще один неизведанный уголок Земли. Так это было или нет, но 29 сентября 1934 года Луиза Бойд в сопровождении польских географов Станислава Гожуховского и Ванды Раневской прибыла в Пинск. Разместились путешественники в самом центре города. Фешенебельная гостиница «Английская». Телефонизированные номера, наличие ванных комнат, гаражей, отличная кухня. Весь этот комфорт приятно удивил и создал нужные условия для плодотворной работы. Рядом с гостиницей все, что могло заинтересовать путешественников. Пинская пристань, мост через Пину, знаменитый торг над Пиной, водный рынок, где рыбой и другими товарами торговали прямо с лодок, базарная площадь с торговыми рядами, христианские святыни, огромный костел святого Станислава, кафедральный костел, православный Федоровский собор и другие пинские достопримечательности.
Неподалеку базировалась Пинская речная военная флотилия, в мастерских которых был отремонтирован автомобиль Луизы Бойд. Командующий флотилией Витольд Зенчковский любезно предоставил экспедиции моторные катера, без которых путешествие по водным лабиринтам Полесья было бы немыслимым. Мост был построен только в 1933 году, до этого была паромная переправа. Тут же находится южная часть Пинского, знаменитого Пинского торга, Пинского рынка, куда свозились из окрестных деревень. На лодках привозилась рыба, сено, скот, все что угодно. Чуть подаль располагалась Пинская речная флотилия, за мостом Пинская Припять, и чуть подаль располагалась гостиница «Английская», в которой и как раз разместилась Луиза Арнер Бойд в 1934 году. За свою жизнь я видела много различных ярмарок в разных странах мира, но нигде я не видела того уникального и интересного, что я увидела в Пинске. Этот город является перекрестком путей, где со всей околицы прибывают и встречаются люди, которых разделяют десятки километров воды. Отметила исследовательница 3 октября 1934 года, посетившая ежегодную осеннюю Пинскую ярмарку. Кстати, через 2 года ярмарка попадет на пленку польских кинохронистов. Когда мне было 8 лет, 8-9 лет, я ходила с мамой всегда. Мама брала меня на базар. На площади приезжали все подводы. На подводах продавали и поросят, и курей, и гусей. Кто что имел, то все можно было купить. Картошку. В общем, все, все. А на берегу речки... Там не было видно речки, там были одни лодки, а на лодках одна рыба. Столько было людей, что там было тяжело пройти. Очень большая была торговля. Сейчас такой торговли нету, и, наверное, уже никогда того не повторится, что было. Люди были, конечно, не так одеты, как сейчас. Были беднее одеты, но голые никто не ходил. Шли на этот базар, то не как на базар, а просто на праздник шли. Там была красота, зайдешь, посмотришь, людей море. Пройти нельзя было нигде. И это было интересно, может, было интересно для меня, что я была ребенком. Путешественницу очаровал древний Пинск. Она спешила познакомиться поближе с полешуками, людьми этого неведомого, затерянного среди непроходимых трясин края, густо пронизанного водными артериями. Обычно болота описываются как нечто опасное и мистическое, чего я здесь не увидела. Особенно после знакомства с местными жителями. Люди, живущие на болотах или среди них, создают своеобразный этнический стержень, который отличает этих людей от других. Писала в Полесском дневнике Луиза Бойд. Знакомо.
На катере Пинской речной военной флотилии бойд направилась по Пине в сторону Городищенского озера. Под Пинском, в деревне Пинковичи, она сделала множество снимков. На них местный люд, хаты, хлевы, стога сена, рыбацкие снасти, деревянная Покровская церковь, что и сейчас возвышается на берегу Пины. А в Городище у стен древнего бенедиктского костела святой Анны бойд запечатлела множество рыбацких снастей и приспособлений, размещенных на легендарном озере. По Ясельде, пробивающей путь среди бескрайних болот к Припяти, она спустилась к архаичным деревням – Кудричи, Куродово и Площево. Нетронутая современностью Полесье является страной лесов и болот. Уже в древности его населяли люди – но очевидных изменений в природном ландшафте здесь, в отличие от Западной Европы, меньше всего, отмечала путешественница. Изумительные вещи, те, которые представлены в фотоальбоме Луизы бойд, которые показывают нам Полесье. Полесье, которое мы о нем чувствуем и помним. И любопытно то, что вот иногда, когда мы приезжаем сюда, на эти места, которые посетила легендарная наша американка, мы можем ощущать звук, ощущать природу, ощущать то, что она воспринимала. В уникальных пейзажах здесь ощущается вся прелесть полесской первозданности. Они наполнены неповторимой и самобытной красотой. А на главной реке Полесье – Припяти, как еще ее называют – Полесская Амазонка, американка увидела практически всю жизнь Полешука. Снующие по воде бесчисленные крестьянские лодки, приспособленные для перевозки скота, сена, товаров и ловли рыбы, они веками были главным средством коммуникации между островными поселениями. Реки и болота служили основным источником жизнедеятельности Полешука. Путешествуя по Припяти, посетив Тупчицы, Христоболовичи и Кнубово, Луиза бойд не уставала снимать встававшие над околицами прямо из полесских туманов архитектурные силуэты столицы Полесья. Своим первым впечатлением о Полесье Луиза бойд посвятила публикации в журнале «Географическое обозрение» за июль 1936 года. А результатом экспедиции явилось издание в 1937 году в Нью-Йорке фотоальбома «Польская провинция». Отмечая уникальность Полесского региона, американка задалась вопросом, сколько понадобится лет, чтобы изменилось Полесье? Началось развитие инфраструктуры, была облегчена тяжелая жизнь Полешука, улучшились условия его существования. Как показала история, совсем немного, всего несколько десятилетий. Уже в 60-е и 70-е годы прошлого столетия Полесский край начал кардинально меняться благодаря масштабной мелиорации. И сегодня там, где проходила экспедиция Луизы бойд, предстает совершенно иная картина, так не похожая на полесскую страну, уже почти исчезнувшую под натиском современной цивилизации. Именно поэтому фотоснимки Луизы Арнер бойд являются бесценным артефактом. Они погружают нас в историю, знакомят с аутентичным Полесьем, Полесьем, которого уже нет. И она открыла Полесье не только для себе, а открыла Полесье для широкой громадкости. И як для навуковцев, так и для туристов. И зараз вельми хочется пройти ее стежинками. Побывавши, трапивши на наше Полесье, Луиза Арнер бойд дала объективный малюнок. И она зауважила своим пильным воком всю отметность этого края, всю его незвычайность, подобенство и неподобенство до інших мястин.
зараз туризм вельми урбанизованный и успрымается часом, что туризм – это, перш за все, ходить улицами и площами городов, где стоят архитектурные и историчные помники. Я наш своим подорожжем, своей зробленной справой вертая нас до тех часов, коли Полесье цікавіла людей з Польщі, з інших країн світу, тим, не тим, що тут можна купити, не тим, які архітектурні пам'ятки тут знаходяться, а тим, яка тут чудова природа, неподобна на інші місця. І цікавий цей край так само і своєю етнографією, як спадорожніца змогла за невеликий час гэта ўсё зауважыць, адзначыць і зафіксаваць у тых здымках, а гэтых здымках каля 700, ну, можна толькі падзівіцца і можна толькі пакланіцца ёй шчыра. Яна зауважыла і адзначыла, што Пінск сапраўды з'яўляюцца галоўным цэнтрам Палесе, гэта сонца ваколіц для тых вёсак, якія знаходзяцца ў 10, 15, 20 мілях ад Пінска. Скончалась Луиза Арнер-Бойд в преклонном возрасте на 85-м году жизни 14 сентября 1972 года в Сан-Франциско. Еще при жизни свое родовое имение в Сан-Рафаэле легендарная исследовательница завещала музею Marine History Museum, а весь свой научный материал и фотоархив Американскому географическому обществу. Фотографическое наследие Луизы Бойд – это величайшее достояние мировой науки. Оно хранит еще множество неопубликованных материалов с уникальными видами Пинского Полесья 30-х годов. Экспедиция Луизы Арнер-Бойд – это живая история, которая спустя 8 десятков лет дает новые актуальные аспекты – вызовы времени. В 2015 году Беларусь присоединилась к увековечиванию памяти легендарной американки. Разработан туристический маршрут, памятный знак, издан фотоальбом и появился данный фильм. Создана хорошая площадка для культурно-гуманитарного диалога. Ведь без него, без исторической связи тяжело договариваться и понимать друг друга. Луиза Арнер-Бойд – яркий пример культурной и исторической взаимосвязи двух государств – Беларуси и Соединенных Штатов Америки. Яркий, но далеко не единственный. Наша земля дала новому свету много ученых, финансистов, музыкантов, художников, а десятки тысяч трудовых мигрантов из Полесья внесли весомый вклад для развития Америки. Это то, что навсегда нас объединило, и еще предстоит множество открытий. Несмотря на разделяющее нас огромное расстояние, сами того не подозреваем, насколько мы близки. В 1984 году в американском городе Милуоки с грандиозным успехом прошла выставка под названием «Полешук. Глазами Луизы Бойд», которая затем экспонировалась в Польше. А в 1991 году в Кракове был издан ее фотоальбом «Кресы», значительная часть которого посвящена Пинщине. Феномен Полесья и состоит в том, что во все времена оно своей удивительной первозданностью и загадочностью привлекало, привлекает и будет привлекать к себе внимание пытливых исследователей и всех, кому присуще творческое начало, жажда новых знаний и впечатлений. А остальное зависит лишь от помыслов и стремлений тех, кто захочет пройти полесскими дорогами Луизы Бойд и открыть для себя этот край –